Китай раскритиковал Moody's из-за понижения кредитного рейтинга страны. В Министерстве финансов КНР отметили, что агентство переоценило трудности, с которыми сталкивается экономика Китая. Решение Moody's понизить суверенный кредитный рейтинг принято на основе неподходящего метода оценки экономических рисков. В ведомстве полагают, что агентство не учитывает меры, принимаемые по углублению структурной реформы предложения и расширению совокупного спроса. ВВП Китая вырос почти на 7% в первом квартале этого года, ускорившись на 0,2% в годовом исчислении. Государственный долг ожидается, что будет расти в правильном темпе. Также уверенности передают и тот факт, что рост уровня долга местных правительств и государственных предприятий не утяжелит государственный долг. Рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Китая впервые за почти 3 десятилетия с AA3 до A1, объясняя это опасениями относительно потенциального роста долга страны и замедления роста. Однако агентство улучшило экономические перспективы Китая с отрицательного до стабильного.